Привет, друзья! Когда зритель просматривает ролик, он зачастую не догадывается, сколько времени и усилий было потрачено. Не всегда все так гладко получается. И зачастую необходимо несколько дублей, прежде чем что-то выйдет толковое. И когда я делал отвертку из бура, было изготовлено несколько деревянных заготовок для рукояти. Точнее, 4. 2 ушли в брак. Из одной я сделал рукоять, но одна у меня осталась. Я решил, зачем добру пропадать, попробую что-то сделать из нее. Пилка для электрообзика и сама по себе неплохо пилит. Для каких-то мелких работ, с фанерой, к примеру, вполне сгодится. Единственное, чтобы полотно не косило, желательно сделать не один, а 2 зажимных болта.
Ну а на сегодня все, друзья. Лучшая благодарность автору за его труд – это лайк под этим видео. До новых встреч! Здоровья вам и вашим близким!